Всем привет, это Тренди Бренди на канале Ника Плюс, его ведущие Ксения Остапова и Александра Репникова. Скоро-скоро Новый год и новогодняя вечеринка Тренди Бренди. И поэтому мы с Ксюшей решили заняться самым важным аспектом подготовки к празднику – нашими нарядами. К тому же вечеринка у нас будет проходить в духе нашумевшей киноленты «Великий Гэтсби». И платья мы себе захотели такие же неповторимые, как у героинь фильма. К сожалению, в Петрозаводске мы таких не нашли, поэтому слетали в Париж. И вот как это было. А потом мы решили, зачем нам ехать в Париж? Это как-то слишком просто. Как истинные леди мы сошьем платье на заказ. Создавать наши праздничные наряды будет мастер по элегантным платьям Ольга Петрова. Но для начала надо выбрать ткань. Я предлагаю зайти в магазин тканей Fleur de Lys. Говорят, там царит очень душевная атмосфера. Пошли. Здравствуйте. Добрый день. Нам нужна ткань для самых красивых платьев. Для самых красивых? Это к нам. Я вам предложу, наверное, скорее всего, скомпоновать 2 или 3 ткани. Например, какую-то однотонную, серебристую или, например, таких вот полутонов очень модных. Сочетать с каким-то кружевом или сеточкой. Например, вот как эта роза. Возможно, дополнить какими-то либо блестящими деталями, тесьмой, пайетками, украсить какими-то перьями, боа. Получится красивое платье. Вам наверняка потребуется горжетка. Пожалуйста, есть очень красивый белорусский мех под норочку, белый, черный, есть такой красивый беж. У нас в магазине мы стараемся держать очень большой ассортимент. То есть у нас можно приобрести натуральные ткани, хлопковые, льняные, шерстяные. Очень много также синтетических тканей, но они современные обработки, то есть их можно вполне носить на коже и не бояться, что что-то как-то очень сильно повлияет на нас. Нарядные ткани, кружева, фатин. Очень большой сейчас ассортимент у нас портьерных тканей, то есть вообще на любой вкус текстиль для дома, для себя, для рукоделия, для какого-то творчества, пожалуйста, приглашаем очень много всего. Год лошади впереди. И год удивительной какой-то синей-зеленой деревянной лошади. Поэтому все спрашивают, синий цвет, зеленый цвет. У нас есть выбор этих цветов, пожалуйста, приходите. Друзья, я хочу вам представить мастера, который будет создавать наши с Ксюшей наряды на праздник. Ольга Петрова. Олечка, привет. Здравствуйте. Оля, мы уже выбрали с Ксюшей ткань, и даже Колю ее уже привезли. И очень хотим, чтобы ты нам сшила платье, в которых можно покорить как минимум Леонардо Ди Каприо, он же Гэтсби, он же просто красавчик. Поможешь ли ты нам в этом? Да, с удовольствием помогу. Шью платье сравнительно как бы недавно, такими вечерние. Потому что, в принципе, я мастер по пошиву легкой одежды. То есть это юбки, и брюки, и блузы. Но себя я нашла в платьях. Вот именно таких шифоновых, вечерних. Вечерних, да, легких, струящихся. Шила свадебные платья. Вот летом у меня был сезон как раз именно шифоновых платьев в пол. Оля, вот вообще спрос на пошив таких платьев есть? Почему девушки заказывают платье у тебя, да, индивидуальный именно пошив, а не покупают в магазине? Ну, потому что в магазине вот такого плана платьев нет. По интернету заказать тоже достаточно сложно. Размер, там, все равно вот качество, придется, да, подгонять, то есть, да, по фигуре, если в интернете. А человеку чем вот хорош этот пошив? Ты шьешь для себя, по своей фигуре. Из той ткани, которую ты хочешь. Ну, я и думаю, что у нас город маленький, да, и что, по крайней мере, такого второго платья не будет. Да, то есть пошив все-таки индивидуально для вас. То есть вы будете одни в этих платьях. Это, кстати, очень важно. Эксклюзив. Эксклюзив, да. Поэтому мы и пришли. Как вот мы будем подчеркивать, что это именно платье в духе Гэтсби? Ну, во-первых, цвет. Как бы цвета там, посмотрев киноленту, я подготовилась.
Цвета там бежевые, серые, черный и много страз. Сделаем отделку кружевом. А если вот сюда, да, вот эта сторона, например, она как раз тык-тык-тык-тык-тык. Да, стразы. И стразики и идея. Вот не всем ведь идут платья в пол. Ну вот не всем, тут надо подбирать уже фасончик. Все будет зависеть от того, какая будет юбка. Платье в пол, оно подразумевает разные фасоны юбок. Может быть солнце, полусолнце, колокол, там малый колокол, прямая. Это все равно будет платье в пол. Угу. Пусть она даже будет... 1.40 метра. Там третьей полноты, там не знаю, то есть 52-54. Но ей можно будет сделать платье в пол. Тут грамотная вещь такая, это белье. Ага. Да, правильно подобранное белье, и все. Платье уже сядет так, как надо. Ну, я думаю, что после примерки, Ксения, мы с тобой более-менее определимся и отправимся к нашим друзьям в магазин «Индиво» искать себе, подбирать правильное белье. Да, чтобы... Да. У нас же открытые спины, и нам да. нужно специальное да, белье корректирующее, которое... подчеркнет достоинство. Мою грудь и твою талию. И спрячет недостатки. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, девушки. Ирина, у нас впереди грядет очень важное мероприятие, где мы должны выглядеть безупречно. Поэтому нам требуется особое белье. В общем, я хочу грудь побольше, чем у Саши. Ну, а я талию поуже, чем у Ксюши. Давайте посмотрим, что мы вам можем предложить. Мы можем предложить более 100 моделей корректирующего белья от 42 до 62 размера. И обязательно подберем модель, которая оптимально удовлетворит ваши потребности. Корректирующее белье делится на три группы по степени компрессии – слабой, средней и сильной степени коррекции. Ирина, посоветуйте, пожалуйста, что из этого огромного выбора ваших моделей можно подобрать, чтобы вот сузить талию, убрать лишний жирок, валики так называемые? Для устранения этой проблемы существуют специальные корректирующие пояса. А раньше косточки делали из китового уса, теперь же используют новую технологию. Из специальных колечек плоских составляют косточку, которая позволяет сохранять свою форму. То есть, когда вы сидите, косточка сгибается, когда вы встаете, она принимает исходное положение. Она состоит из специального нержавеющего сплава. Данный пояс имеет специальные отстрочки, которые создадут вашу осиную талию. Ага, это вот эти, да? Да. Угу. Также пояс не может быть идеально ровным, прямоугольным. Он имеет специальную анатомическую форму, которая позволяет не просто сделать плоскую фигуру, но и оставить место для выпуклости, которую вы хотите создать. Ну и помимо всего прочего, этот пояс, конечно, очень такой красивый и элегантный, да, смотри, Ксюша? Совершенно верно. Для того, чтобы завершить ваш соблазнительный образ, вы можете дополнить пояс чулками. Для этого есть специальные пажи. Ирина, а вот я бы не отказалась бы от груди, такой же, как у Саши. Что вы можете мне предложить? Здесь только к пластическому хирургу. Ирина, а вот я бы не отказалась бы от размера груди, такого же, как у Саши. Что вы можете предложить? Здесь нам поможет специальный бюстгальтер. Эта модель имеет удлиненный стан. Она подходит для очень сильно декольтированного платья, как вы видите. Также у нее очень хороший эффект пуш-ап. Есть съемные вкладыши. А насколько он увеличит размер груди? Минимум на 1-2 размера. А если у меня платье с открытым верхом? Тогда вам на помощь придет вот такая модель. Этот специальный бюстгальтер держится абсолютно без бретелей. Ого. За счет специальных силиконовых дорожек. Обратите внимание, их по 4. То есть даже если грудь немножко повыше, чем у Ксюши, все равно будет, да, держать? Ну, конечно же. Грудь. Он держит чашки от А до F. Эта форма называется бандо. У нас большой выбор таких бюстгальтеров. Именно эта модель отличается тем, что имеет специальный плотный каркас, так называемую пятипальчиковую систему, которая плотно держит грудь.
Ирина, вот если, к примеру, у платья полностью открыта спина, то здесь какую вот форму бюстгальтера вы можете предложить? Здесь вам идеально подойдет силиконовый бюстгальтер. Это вот такие чашки, которые имеют силиконовый клей и держатся как наклейка. А поддерживают они хорошо? Да, очень хорошо поддерживают. Некоторые модели имеют push-up эффект. Есть модели просто формованные. Эту модель можно расстегивать или застегивать в зависимости от модели вашего платья. Он держится очень хорошо и позволяет вам носить платье не только с открытой спиной, но и без бретелей. А вот есть такая еще аппетитная часть на теле девушки, которая иногда тоже требует коррекции. Например, если она недостаточно округлая или ее нет вовсе. Есть ли у вас вот такие какие-нибудь модели для создания, как мы его назвали? Аппетитной попки. Аппетитной попки, по-другому не скажешь. Да, тоже есть. Существуют вот такие трусики push-up. Они придают объем вашим ягодицам, делают их более аппетитными. А такие трусики, их не будет заметно-то под платьем? Ну, вот как бы швы тут как-то. Нет, эти трусики сделаны специальным образом и не имеют швов. Пользуются такие трусики спросом? Не часто. Не все пока знают про них. Вот, девчонки, долой спортзалы, мучения, качать попы. Зачем? Приходите, покупаете, посмотрите, какая аппетитная попка. Произвести фурор на корпоративе, я думаю, можно будет легко с такими трусиками. Наши клиентки уже вовсю готовятся к Новому году. И, конечно же, многие отдают предпочтение элегантным платьям. Сейчас мы вам продемонстрируем, как работают некоторые модели корректирующего белья. Данная модель корректирующего платья идеально подойдет, если вы хотите убрать животик. Преимущество данной модели в том, что это корректирующее платье не поднимается при ходьбе, а также имеет съемные бретели, что позволит вам одеть наряд с открытым верхом. Данный пример демонстрирует, как специальные корректирующие трусики могут сделать вашу попку сексуальной. А посмотрите, как корректирующее бюстье идеально формирует декольте. Возвращаясь к теме осиной талии, корректирующее белье может быть не только функциональным, но и соблазнительным. Ну вот, самая важная часть подготовки позади. Да, осталось всего лишь организовать саму вечеринку. Украсить ресторан, позвать музыкантов, разослать приглашение, заказать салют. Да, уж дело за малым. Но о том, как идет подготовка и саму новогоднюю вечеринку Тренди Бренди, вы увидите в наших следующих предновогодних выпусках. Кстати, у вас тоже есть шанс попасть на наш праздник, например, поучаствовать в фотоконкурсе ВКонтакте. Результаты предыдущего конкурса на лучшую улыбку вы узнаете прямо сейчас. Ну а мы прощаемся с вами. Пока-пока. Пока-пока. Победителем в конкурсе «Поделись улыбкой своей» от стоматологии «Практик» побеждает Алена Плотникова, и мы вручаем ей замечательный подарочный сертификат на 5000 рублей. Спасибо. Приходите к нам лечиться. Спасибо. Благодарю стоматологию «Практик» и передачу «Тренди Бренди» за возможность поучаствовать в таком конкурсе и получить такой замечательный сертификат. Спасибо большое. Ура! Ура! Thank you.